воскресенье 3 июня сохранится теплая погода, но небо по-прежнему будет затянуто облаками. В Сарове утром небольшой дождь, плюс 14. Днем облачно с прояснениями, воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, утром плюс 11. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22. Вечером велика вероятность осадков, плюс 14. Ветер западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Столица малооблачно, утром плюс 15, днем до 24 градусов тепла, ночью плюс 14, ветер западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.